не хватает вот этого советского, когда этот юмор был интеллектуальный, он был высокий, он был с подтекстом, он был здорово обыгран, понимаете, и писателем, и артистами, в том числе Аркадием Райкиным, который все это делал. Представляете, человек, который никогда не пил, но как он изображал пьянчушку, понимаете, да? То есть это великие актеры, в том числе и наши юмористы, и в том числе и Задорнов Михаил, это же как он это читал. А в Соединенных Штатах, я вам скажу, там есть такая разница. Есть английский юмор, он более тонкий, но все равно немножко не наш. Многие наши анекдоты можно перевести на английский язык, они как-то будут звучать, но все-таки не так. Вот. А американский, ну, он другой.